Исторический момент. Сегодня сюда будет запущено 3000 особей рыбы. Это порода карп, амур и толстолобик. Как вы уже поняли, конечно, аплодисменты, друзья мои, конечно. Спасибо большое, вы очень активные, настоящие жители нашего района. Так вот, именно эти породы рыб, вот детей вот не так много спросить, что они едят? Конечно, зелень, которая зарастает наше озеро. И тем самым, благодаря нашему Сергею Семеновичу Собянину, который и организовал эту акцию, будет наше озеро очищаться естественным путем. Ну, ровно в 11 мы начнем очень-очень короткую официальную часть. Дело в том, что к нам приехали гости, и позже я их представлю. Вот. И каждый из вас, друзья мои, каждый из вас сможет принять участие и практически своими руками на этом месте выпустить сюда, в Святое озеро, эту рыбу. Вот. Дело в том, что из большой емкости в небольшие емкости будет перегружаться непосредственно сами особи, и на берегу будет осуществляться их выпуск в открытое море. На добрый путь. Друзья мои, по легенде, наши озера, все три озера, Черное, Белое и Святое, образовались с времен ледникового периода, с раскола коры земной и, значит, заледнения, замерзания воды. Первое упоминание в 15 веке, как духовная грамота князя Серпуховского, упоминается именно наши озера, Черное, Белое и Святое. Конечно же, Святое. Существует еще много легенд, которые передаются из уст в уста про церковь затопленную и так далее, но пока только легенды, никаких кладов искать там не надо. Друзья мои, значит, уже во времена Петра I по этим озерам ходила потешная флотилия нашего Петра Великого. Вот. Поэтому историческое значение наших озер очень и очень велико. Но уж как они играют роль в нашем районе, и не зря даже на нашем гербе, гербу, как хотите говорите, но там изображены три точки и три озерия. Это наш любимый родной край, Косино-Ухтомский. Итак, друзья, спасибо большое. Все это пространство занимает. Вы обращались, когда мэр приезжал в ваш район, обращались с просьбой провести зарыбление водоемов. Вот сегодня мы откликнулись уже на эту просьбу, начинаем зарыбление. Это только первый этап. Мы сейчас выпустим первую рыбу, запустим, посмотрим, как будет меняться экология озера. А потом в будущем уже, ну, будем дальше планировать зарыбление. Это будет не разовое мероприятие, мы будем это делать практически, наверное, каждый год. Либо раз в полгода, в том числе выслушивая ваши рекомендации. Ну и, наверное, самое главное, что мэр после посещения вашего района дал команду нашему департаменту разработать полностью концепцию благоустройства, организации досуга вот именно здесь, во всей этой зоне. И я считаю, что в 2019 году здесь уже начнутся серьезные изменения. Вам от этого станет только лучше и комфортнее. Но сейчас давайте только, у меня большая просьба, ажиотаж не будем создавать, потому что рыба тоже, она после стресса, мы ее перевозили практически из Тульской области, она уже и так по жаре наболталась, и давайте ее спокойно выпустим, чтобы ни в коем случае не затоптать, кого-то там не поранить, да? Потому что для рыбы это в любом случае стресс, я прогнозирую, что может быть даже несколько рыб особей всплывет, потому что, ну, при транспортировке не бывает. Вы ни в коем случае не переживайте, вода здесь очень чистая. Ну, такое бывает при транспортировке, когда несколько особей может погибнуть. Но так в основном вас всех поздравляю. Давайте думать об экологии, думать о своих озерах. Я думаю, что здесь вполне можно, не нарушая природный баланс, организовать досуг населения, спорт, отдых. Ну, особенно в такой жаркий день, сам Бог велел. Сегодня здесь вот 11 часов, еще, наверное, люди не проснулись все, а здесь уже полно народу. Поздравляю вас, вам очень повезло.
Большое вам спасибо за вашу активность, жизненную позицию и за заботу того, что вас окружает. Потому что без вашей инициативы, наверное, бы сегодняшнего мероприятия не было. И когда приезжал мэр в ваш район 28 июня, действительно, многие жители обратили на это внимание, на то, что есть необходимость, и что раньше здесь рыба завелась, и вы непосредственно ловили ее, и рыбаки там это подтвердили. Большое спасибо нашему руководителю города, спасибо большое Антону Олеговичу за то, что очень быстро, оперативно отреагировал на наши просьбы. И действительно, сегодня историческое событие, потому что с запуском рыбы в целом такой грандиозный проект начинает реализовываться, именно благоустройство всей прилегающей территории Святого озера, Белого и Черного. Поэтому поздравляю вас с достаточно хорошим, большим праздником. Ура! Я хотел в этой связи к вам обратиться. Мы сейчас осенью активно начнем обсуждать проектное решение. Примите активное участие, пожалуйста, потому что делаем это для вас. И вот проектировщики, понятно, они могут что-то придумать, но они не знают местного колорита, не знают местной жизни, его уклада, да, ваших каких-то пожеланий. Поэтому прошу вас активно принять участие. Я думаю, что мы в 2019 году сделаем красоту, в том числе для того, чтобы на будущее дети ваши здесь будут отдыхать. Инфраструктуру готовы сделать. Спасибо! Да, и мы сейчас приступаем уже к массовому, так сказать, запуску рыбы. Попрошу, пожалуйста, организовать коридор и не мешать сейчас проносу рыбы. Будьте добры, пожалуйста. Не видно производитель, к счастью, вот, многодетный отец, поэтому производитель сказано правильно, конечно. Вот. Кролика по ушам видно. Сегодня, конечно, праздник у нас, но вот обращаюсь ко всем присутствующим, к официальным лицам, к неофициальным, к жителям района. Давайте вот то, что мы сегодня запустили, то есть работа проведена большая,
Но это только начало пути. Нам надо эту рыбу сохранить. Поэтому все, вот, кто купается просто на озере, отдыхают, обращайте, пожалуйста, внимание, чтобы главное не было у нас здесь товарищей рыбаков, в кавычках, которых все называют сеточники. То есть люди с удочками, они не пугают нас, а вот товарищи, кто сетями ловит здесь, вот их надо гонять просто. Не стесняйтесь, вызывайте наряды ОВД, вызывайте сотрудников природно-исторического парка, вот, чтобы этих товарищей здесь не было.